Привет! В этом видео я расскажу, как настроить пульт Taranis QX7 на работу с дальнобойными модулями FRSky R9M. Я не буду показывать все как-то. Я не буду сейчас показывать все настройки модели, которые можно сделать и нужно сделать. Я лишь покажу то, что касается настройки именно R9M. Модель у меня не полностью настроена, ничего страшного. Я выбрал ту созданную модель и покажу, что нужно, что важно настроить, чтобы этот модуль работал правильно. В разделе Internal RF необходимо отключить внутренний модуль, потому что нам не нужно, чтобы он там что-то излучал, работал и потреблял лишнюю энергию. В разделе External RF, в разделе External RF необходимо выбрать режим R9M, частоту поставить FCC, так как мы залили FCC прошивку, Channel Range без изменения. Можно выбрать ресивер, который будет биндиться. Всего позволяет сохранить в память 64 ресивера. Причем хранятся они именно вот в этом вот модуле. То есть можно воткнуть свой модуль в чужой передатчик, и бинды не слетят. Проверено. Далее можно выбрать мощность передатчика от 100 до 1 Вт. Ну, я сейчас поставлю 10 мВт. И также необходимо установить fail-safe. Обычно это no pulses. В случае, если вы управляете... В том случае, если у вас имеется на модели автопилот. На этом, пожалуй, все. Настройка Taranis для работы с R9M закончена. И теперь можно биндить приемник. Делается это следующим образом. Нажимается «Bind». Тут все по умолчанию. И аппаратура начинает пищать.